Доброе утро. У нас утро понедельника. Я жарю яичницу. Яичницу с помидорами. С помидорами, с луком. И что еще хотела показать? Достала семгу, которую мы вчера купили в этом санскладе. Я сейчас покажу, как она выглядит внутри. Смотрите. Вот так она выглядит в упаковочке. Еще лежит вот такой, я так понимаю, сыр какой-то. Флекса здесь написано. И вот такое вот маслице с приправами. И вот там, получается, 2-3 штуки лежат в упаковке. Такой. Рыбка. Вот эти вот флексы. И вот это вот масло. Слушайте, ну надо хлеб хороший. Хотя у меня есть чебата. Сейчас попробуем сделать. Мы любим яичницу с помидорами. Вы любите? Мы обожаем. Помидоры, лук, яйца. Вот. И рыбку сейчас тоже сделаю. Хорошее желтое яйцо. Так, достала разморозить. Мне нужно мясо куриное. Будем сегодня готовить карри. Потому что Тима ждет. Ананас купили вчера. Детей проводила сегодня с утра, одели школу за 10 минут. А вчера мы пришли с магазина. Что вы думаете, мы до 12 ночи резали материал, делали какие-то плюшевые игрушки, шили на машинке. Ну, просто не могла оторвать, еле-еле. Я говорю, вы ложитесь, иначе, я говорю, вы завтра не встанете в школу. Вот. Но сегодня, как солдаты, пошли на автобус в 7:30. Богу, дождь был сегодня такой с утра, небо такое было утром какое-то непонятно, знаете, все было в желтом таком цвете, вообще было очень красиво. Так, сейчас покажу, что они тут делали. Вот у меня стоит, вот у них их машинка такая, я вот говорила, она практически вот шьет идеально просто, просто размером маленького на самом деле. Вот я хочу здесь попробовать брюки подкоротить. И вот они вчера все здесь вот шили. Материал, видите, все лежит кусочками. Остальное все, весь бардак на втором этаже. Вот, там просто, просто все вот они там делали с наполнителем. В общем, такие дела. Это вот инструкция такая у машинки. В общем, что-то шьют. Сложно им, сложновато, но... Учатся, учатся. Пока вот это вот все делать не умеет. Вчера София им делала. Все эти ниточки вставляла. Все катушечки. Вот. Прикольно. Я не знаю, как она называется. Вот так вот. Вот. Вот так она называется. Поэтому, кому интересно, машинка. Класс для ребенка, если у вас дети любят шить. Мои так просто пробуют. Вот. Пока еще учатся. Но вот. Любит, прям обожает, мне кажется, идеальная. Вот она. Слушайте, я разрезала чебату, конечно, жалко, что нет черного хлеба у меня прям хорошего, да, вот с рыбкой. Ну вот я не знаю, что с этим делать. Я так понимаю, что я могу это вылить сюда, правильно? Можно попробовать, да, рыбку сверху положить, флекс, и я просто сделаю такие бутерброды. Не знаю, я, конечно, вообще в этом не фонтан. Ладно, сейчас придумаю что-нибудь. Так, Соня мне сказала, что они просто выкладывают сверху этим маслицем и сыром. Ну, а мы сделаем вот так вот. Мы это так... У нас будет свой бутерброд. Что ж мы должны быть как все? Мы будем как все. Так. Так выложу. Сверху флекси и нарежу. Так, ну все, бутерброды сделали. Можно еще сверху вот этим вот этой приправкой полить. Так, зашла сейчас на второй этаж девчонкам. Нужно у них кое-что здесь убрать.
Вот видите, материал вчера, который купили, я вчера еле-еле отняла. Вот чтобы они спать легли, еле-еле, представляете? Вот они вчера резали здесь все. Мало того, что в гараже еще дома. В общем, надо это убрать все, потому что это такая мелкая крошка постоянно. Вообще все прям вот мелкое, все крошится. Вот я все время хожу за ними, набираю как пылесос каждый день. Вот, сейчас покажу, что они еще здесь шили. Носки, смотрите, в ход носки пошли. Вот тоже вот эти вот они их режут. Вообще, короче, материала много всякого. Так, вот. Что такое, я не знаю. Но это что-то. Что-то вчера делали. Шили, что-то клеили. В общем, какая-то игрушка. Не знаю, за 5 минут. Вот, изрезано было много... Много ткани, много мусора, но зато вот вчера вот они это делали в 11 вечера, там с 11 до 12, еле-еле уложилась спать, еле-еле. Надеюсь, голова сегодня у них работает в школе. Ах, какая пасмурная сегодня погода. Еду за детьми, очень пасмурно, прохладненько. Ох, сегодня уборка у меня с утра. У девчонок в комнате. В общем, такая я сегодня домашняя девушка. Немножко прибралась, знаете, а то дышать ночью невозможно. Будет ковролин. Так я не люблю ковролин. Вот с одной стороны он мне нравится, с другой стороны я больше люблю, когда ламинат и коврики. Вот прям вообще. И плитку не люблю холодную. У меня вечно ноги мерзнут. Я все время хожу в этих тапочках, чуть ли не угах. Вот такая подошва высокая, потому что, ну реально... Постоянно ноги ломит от плитки, не могу. Конечно, практично на первом этаже с животными, но будет у меня свой дом, будет у меня на первом этаже ламинат. Как и было в России, будет ламинат обязательно. Плитка нет. Это не мое. Хороший ламинат и плитка никакая не нужна. Хотя делают такую плиточку под ламинат, тоже не хочу. Хочу, чтобы такое было, что-то такое тепленькое. Что-то сегодня пасмурно, людей нет, автобуса нет. Вообще, я приехала, умные люди, наверное, посмотрели на приложение по автобусу и, скорее всего, не торопятся, знают, во сколько он придет. Я просто выскочила из дома, ничего не смотрела. Так, девчонки приехали. Святая Троица. Что могу сказать? Тут девочка на год их старше, она в 5 классе учится, девчонки в 4-м. Соседка наша. Как дела, девочки, привет? Хорошо. Линка, что там у тебя за бумаги? Сеш, что у тебя за бумаги там, господи, детей перепутала? Каролина тебе отдала. Вы знаете, что мне еще здесь интересно? Здесь, когда детей всех забирают, родители проходят тропинку, да, там... как бы машины могут ездить, они здесь все уверены, что их пропустят и не задавят. Представляете? Не знаю, я когда научилась ездить за рулем, поняла, что дорогу надо переходить, смотреть, чтобы тебя не сбило. Вот. А идут вообще, не смотрят. Даже в этот раз все здесь дети, и мои, и другие дети, то же самое. Не смотрят просто вообще направо, налево, едет машина, едет. Они как будто обязаны всех пропустить. Это действительно так, в правилах это все прописано, да, школьные автобусы тоже, они же останавливаются, знаки свои вытаскивают, и машины не имеют права ехать, потому что там дети и все такое прочее. В общем, как-то так вот, но я всегда на это смотрю, вот сейчас даже еду, и девушка идет с собакой, с ребенком, вот она переходит дорогу, она даже не смотрит, она даже не видит, что я еду. То есть настолько уверенная вообще. Не знаю. У меня нет такой уверенности, если честно, как у них. Что там? Что ты делаешь? Зачем ты рисуешь? Что за эксперимент? Тайна, да? Что делает, а? Что делает? Волшебство!
все получилось. Видите, нарисовала, сверху теперь плавают. Наколку, что ли? Вот так вот. Вот так вот. Так, а мы будем мясо сейчас есть. По-французски. Я вчера готовила. Вот сейчас пообедаю. Так, ну что, вот такой у меня сегодня влогик. Я сейчас поеду Тимофея, отвезу на стрижку. И потом приеду, буду готовить карри ананасовый. Поэтому видео про ананасовый карри будет завтра. Так что кошки хотят есть. Мяу. Кошки хотят есть. В общем, пошла кормить еще кошек. Увидимся с вами завтра. Будем готовить ананасовый карри. Все. Всем спасибо. До завтра. Пока-пока.